30 сентября 2024 года. Харбин. Железнодорожный вокзал. Полнейший дурдом. Куда идти? Где поезд? С кем идти? Ни хрена непонятно. На входе контроль, вещи досмотру через машину, билетики проверяют, паспорт проверяют. Вот народ пошел на посадку, нам туда же, когда эти зайдут, нам туда же. В общем, без китайца здесь хрен разберешься. Или очень долго будешь разбираться, что, куда и как идти. Огромная подземная парковка. Заехали туда на машине по переходам. Эскалаторы, траволаторы проникли сюда. Это уже зона выхода поездам. Кто-то заходит, кто-то выходит на платформу. Наши ЖД вокзалы по сравнению с этим — это прошлый век. Вот это я вообще не понимаю, что за аппарат. А это боксы для зарядки телефонов и пауэрбанков. Можно пройти через автомат, а можно пройти через проводника. Но нам надо будет через проводника идти, чтобы понять, на тот поезд мы зашли или нет. Зайду на платформу, еще сниму что-нибудь. В общем, здесь полнейший дурдом. Для нас, по крайней мере. 30 сентября 2024 года. Харбин. Железнодорожный вокзал.